человек, представитель этой славной фамилии Бессоновых. Я специально вас смотрю на горе. Да, ваша просьба сейчас будет удовлетворена. Я, честно говоря, согласен с исполнителем, который сейчас будет играть, и который у нас так проездил через Питер в Швейцарию, получил там мастер-класс, как это сказал мне? Куда мне в Швейцарию? Не знаю, что еще. Но он получил его брат, получил сертификат и едет на мастер-класс в Швейцарии. Да, я с ним согласен. Он считает, что это произведение несколько странно. Да не только он. Но все-таки. Лучшие скрипачи мира в своих сольных концертах всегда это произведение ставили в финал концерта. И когда родной старший брат сидит за клавишами, то выходит брат, который играет на скрипке, расстраивается. Сейчас для вас прозвучит знаменитый Чардаш Монти. Фамилию исполнителя вы знаете, это Насик. А зовут его Даня Даниил Бессонов. Скрипка.